Всем привет, это Роман Гура, и у меня для вас объявление, особенно для тех, кто в Киеве, потому что в Киеве грядет Комик-кон. Вот буквально на этих выходных 6 и 7 июня пройдет Комик-кон в Украинском доме. И среди прочих мероприятий там будет мой мастер-класс в субботу в 19:30 и вплоть до закрытия фестиваля. Мы поговорим о том, как создавать персонажа, но не просто персонажа, мы, во-первых, возьмем антагониста, то есть злодея, но главное, мы сосредоточимся в этот раз на стилизации, на утрировании, выразительности, да, там, как стилизовать, работать с стилизованными формами, и что они означают, какие эмоции несут, как они работают. И это все вживую, в общем, поговорим, посоздаем, и вот, приходите. Кроме этого, там, в принципе, планируется много интересного. Я знаю, в 12:30 там будет скетч-дэй, в субботу уже, да, будут какие-то турниры для художников, будут там столы крутанов, где можно, где крутые художники рисуют и могут сразу же там отдавать, продавать свои рисунки. Тоже интересно посмотреть, как они это делают. Ну и, в принципе, там много мастер-классов, разных мастер-классов. Можно просто зайти на сайт и посмотреть. Ну, там, приходите. Ну и на этом канале, кстати, тоже собираются стримы и достаточно много обзоров, как-то они так сосредоточились, потому что вот-вот появился в Украине 27-й синтик, и он тоже будет, кстати, на Комик-коне, и я знаю, что новый креатив пен для iPad наконец-то заработал с Procreate, там и скетчбуком вроде, надо его посмотреть внимательно, Ну и, в общем, все такое разное. Точно будет стрим еще по рисованию. У меня висит несколько видео, которые просто нет времени обработать. Но они обязательно появятся. Я имею в виду видео рисование. Все. Всем спасибо и до встречи.